Меня зовут Факир Хасан, я приехал из Ливана. Я учусь на нефтетехнологический факультет, специальность бурен. Когда я учился в школе, я мечтал уехать из Ливана в другую страну, чтобы учиться. Я не знал сначала куда и очень долго подумал. И я читал еще про наш самарский политех, и мне понравилось, как тут научат. Вначале было очень сложно. Я был один, я не знал арабский, люди тут тоже. Я начал общаться с людьми на социальные сети и подружил. У меня сейчас очень близкие русские друзья, да. Одногруппники. У меня появилась тут в Самаре новая жизнь, совсем новая жизнь. Мне сейчас 20 лет, я 18 лет жил с родителями, все время дома был, никогда не уехал из Ливана. Я вообще не любил учиться вообще. Но когда приехал сюда, я понял, что в самарском политехе делают от человека, правда, если он учится на инженере, он будет такой человек, он станет инженером. После окончания университета я буду работать. Но пока не знаю, где именно, но где будет работа, я буду работать. Обычно после учебы я приеду в общагу и, конечно, учусь, потому что я не все понимаю на учебе, когда я сижу на занятии. Во время сессии я сижу, учусь, постараюсь и получу. Про русский язык не переживайте, я вообще не знаю русский язык, когда я приехал сюда. Уже на втором курсе вот так нормально говорю. Есть тоже, конечно, подготовительный курс. Я на него учился, и вот я говорю нормально, и на учебе все пойдет нормально.